Waiting days.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я Оля, это Коля. Вместе мы Reflections Duo, но сейчас будет Reflections Duo, etc. И я с особым волнением приглашаю на эту сцену Дениса Шушкова, контрабас, и Владимира Воеводина. Ребята. Сначала мы будем долго и упорно играть свои песни, а потом, как вам надоест, моргните, мы будем играть чужие. Я, конечно же, надеюсь, что вы хорошо воспитаны. Yeah.
сейчас будет диптих о море. Сейлор. Jealous.
Тихонько память перепутать.
песня была написана вскоре после того, как я переехала в Москву. Я называю ее про себя «Песней иммигранта». Сейчас будет песня, которая носит короткое и очень лаконичное название.
С этим названием у нас связана особая история, но я не буду ее вам рассказывать. Это была сейчас речь из серии «Знаете, как заинтриговать?» Хотите, расскажу? Да, завтра. Вот. В общем, я знаю, да, что мне лучше петь, чем говорить, поэтому мы лучше споем. Чем он сегодня еще выйдет на сцену. А, тогда мы выяснили, что нам обоим нравится группа «Браво». И песня, которая была написана по этому случаю, это такое. Ну, скорее, посвящение группе «Браво» и, конечно же, Лешеньке. Капитаны и пилоты!
Надеюсь, что это непродолжительное вступление послужило сигналом к тому, что на эту сцену пора выйти большому музыканту из Большого театра Петр Петрович Кондрашин. Зачем ее лицо настолько прекрасно? Зачем ее?
Спасибо. Это счастье, когда у тебя есть друзья, которые вдохновляют тебя писать музыку. Как-то мы так незаметно остались втроем на сцене. Вы меня тоже вдохновляете, ребята, не обижайтесь! Да, снова сейчас будет диптих. На этом наши песни пока заканчиваются на сегодня. У нас в анонсе было заявлено, что у нас будет несколько забавных... Ой, отмотали назад, не забавных. Несколько каверов на неожиданные песни. Я вообще очень люблю новую волну. Отмотали назад. Я очень люблю разную музыку. Сейчас, если мне не изменяет зрение, то мы споем песню группы «Дюран Дюран», которую Саймон Леба посвятил своему другу Майклу Хатчинсу из группы NXS, который трагически ушел от жизни. Michael, you got a lot to answer for. Thank you.
Words
Спасибо. Это Петрович. Но как это не говорить, мы обращаемся не на сексе. Я каждый раз на концертах жалею, что Коля не ставит микрофон, потому что получается, что я смеюсь одна. There's a slow train coming from the distance, coming as far. From the blue
И сейчас я попрошу Колю сыграть песенку, которую я попросила сыграть Колю, для того, чтобы немножко поднять себе настроение, и вообще я на ней немножко расслабляюсь. Но обычно же вы знаете, как это бывает, свои песни не знаешь, как петь, а чужие знаешь. Ну или думаешь, что знаешь, что примерно одно и то же. Потому что кроме наших дорогих музыкантов, Дениса Шушкова, контрабас! И воеводы, из Владимира Воеводина. На сцену выйдут два замечательных, подбираю слова, как их назвать,
получше, чтобы вы все поняли, как они любимы мной и как они важны для меня оба. Да, два замечательных певца подсказывает Коля. И они споют, конечно же, песню о дружбе. Встречайте, Светлана Жаворонкова и Алексей Геращенко. Закрыть.
me along. See now, so on the place. It's right there in my ear. Oh my God, one. Wait one time. That's good to me. Forget it, say I got one. Wait one time. That's good to me. Oh man, see it's not me. I'm the artist now. Hey, I'm a man. I ain't got a hold on. Wait one time. That's good to me. Got it, got it, got it. Сенсей Ольга Олейника! Запомните, пожалуйста, эти имена. Лёша Геращенко, Света Жаворонкова. Я очень верю в то, что... Просто! Да, согласны? Спасибо. Народу совсем чуть, буквально человек на 19, потому что на сцену выходит мой любимый сумасшедший хор Sunnyside Singers. Да-да-да, чтобы как-то вы славно встречаете людей, которые работают целый день, а вечером идут заниматься музыкой, идут эту самую музыку. Вот, например, мой любимый офтальмолог Елена Рудковская в том числе. Если кто-то не знает, Sunnyside Singers — это такая музыкальная компания, в которой ребята все имеют какую-то профессию, какую-то дневную работу, которые, как я только что уже сказала, после этой самой работы идут заниматься, чтобы потом радовать вас. Sunnyside Singers и потому что. Так, кстати, сегодня уже была песня под названием «Зачем?», и вот мы дождались ответа, собственно говоря, «Потому что». Because
давать не буду. Прошу выйти на сцену и спеть вместе с нами Светлану Жаворонкову. Когда ты станешь большой-большой-пребольшой звездой, я все равно буду помнить, что ты была одной из нас. Thank you.
Будет легко, но все будет хорошо.
когда-нибудь ты откроешь глаза и поймешь, что ты стал кем-то, кого ты еще не знаешь. И это будет прекрасно. Петр Петрович Кондрашин к нам присоединяется снова. И Денис Ушков. Леша, спасибо. Thank you.
Hallelujah.
огромное. Берегите друг друга.